Итак, всем привет! Приветствую вас на канале Guns Mine Life. Сегодня поговорим, как вы поняли из описания, как получить лицензию на оружие в 2019 году. Давай приступим к основному. Чтобы ее получить, первое, вам нужны деньги. Если у вас нет денег и не планируете их получать в дальнейшем, то можете выключать это видео. Вам это видео не поможет ничем. Но если у вас есть деньги, хотя бы первоначальный капитал там в размере 15-20 тысяч рублей, то оставайтесь, поговорим, объясню, как что получить. Первое, что вам надо, это, если у вас есть деньги, это вот такая книжечка, кто не знает, это военный билет. Вот. Если вы не дурак, ну, вы не отмазывались от армии по, так скажем, по дурничке, то это все хорошо. Вот. То есть, проходя медкомиссию, вам в так называемом дурдоме попросят вот такую книжечку. Если у вас ее нету, то вы свободны. Так, в-третьих, вам нужны деньги на медкомиссию. Медкомиссия в среднем стоит 2500 рублей. Почему так дорого? Дорого за того, что из-за этих новых наркотиков долбанных увеличилась стоимость прохождения нарколога. В нашем регионе это 1700 рублей в среднем. Чисто один нарколог. Вот. Что вам еще понадобится? Вам понадобится пройти обучение 5-дневное или 3-дневное овладение оружием. В этом обучении вас обучают и сдаете экзамен. Росгвардия приходит в ваше учреждение, где вы будете проходить учебу по оружию. Там вы сдаете выстрел с настоящего оружия. Это пистолет или ерыгин, или ИШ какой-нибудь будет. Два выстрела вам попасть надо в мишень. Два выстрела, один в мишень должен попасть. Вот, и какая-нибудь сайга у вас будет полуавтоматическая. Аналогично тоже попасть надо. Соответственно, проговорив все требования, то есть стрелять буду. Он говорит огонь, вы стреляете. Вот, вы прошли, вам дали бумажечку о прохождении. Сейчас скажу, как она правильно называется. Свидетельство о прохождении обучения по курсу безопасности обращения с оружием. Вот. Вы все прошли, все вы сдали, вы молодцы. Вы попали там в любую девятку, десятку, восьмерку, шестерку. Все, вы молодцы, вам дали свидетельство. Вот. Вам нужно сделать вот такой единый охотничий билет. Он делается бесплатно, нужны только фотографии. Вот. Фотографии, соответственно, стоят, вы знаете, сколько у вас в регионе. Вам дают вот такое. Это вам понадобится при подании заявления в лицензионное отделение полиции. Вот. Что нужно в лицензионный отдел полиции? Две фотографии 3x4. Одна с уголком, одна без. Копия медицинской справок по форме 002. Это обязательно запомните. 002 и 003. Это 003 будет даваться еще у нарколога. Копия паспорта, свидетельство о прохождении обучения по курсу безопасного обращения с оружием. Это все копия, серокопия. Копия экзаменационного листа, подтверждающая сдачу зачета по курсу безопасности обращения с оружием. Это опять же там же вам дадут, где вы будете проходить учебу. Квитанция, госпошлина, если так идете куда-нибудь там Сбербанк 2000, а через советую вам через госуслуги лучше посидеть, подумать, как там все сделано. Сложный сайт, разработчик нехороший человек. Лучше заплатить там 1400 стоит за один ствол. То есть, если вы хотите покупать два ствола, три, там, четыре, пять, соответственно, умножайте это все на количество единиц. Это каждая единица оружия. Копия охотничьего билета тоже снять надо. И акт осмотра хранения. Вот это поговорим особенно. Что такое акт осмотра? Это, соответственно, вам нужен купить сейф.
сейф в пределах 6-10 тысяч рублей. Он будет вам обойдется в магазине. Если будете сами варить, соответственно, там еще дешевле. Критерий к этому нет. Но первый осмотр сейфа всегда делается Росгвардией. То есть придут два молодых в форме росгвардейца, так назовем их, и будут осматривать ваш сейф. То есть мой сейф осмотрен, все хорошо, все окей, сказали, очень хороший сейф, прибурен очень хорошо, все. Потом вам написали заявление в госуслугах, вам звонят, обзванивают, там, назначают время, приходят осматривать. Потом звонят, приходите, или звонят, как правильно, приходите, готово. Лицензия на приобретение. Что такое лицензия на приобретение? Это такая бумажечка официальная, там все, там как в паспорте, да? Вы по этой бумажке можете приобрести оружие, их патроны к ней. Вы приобретаете, идете опять на госуслугах, заполняете, но на получение разрешения или хранение ношения, или коллекционирование, то есть уже сами там выберете. Вот. Все, вы купили, отдали, через 2 недели вам звонят, приходите. То есть вам оружие ваше осмотрели, приходите, получайте. Нового образца вот такие. То есть были раньше синие, сейчас вот такие. То есть вот они как выглядят, зелененькие вот такие. Еще одна есть, выглядит вот так вот тоже. В общем, все. Вся загвоздка, через 5 лет. Через 5 лет вы идете опять в это учреждение, где вы учились, на оружие. Если вы купили травматическое, повторюсь, 21 нового года. Если у вас нет 21 год, выключайте это видео. Гладкоствольная с 18. Вот, вы идете опять, сдаете заранее. То есть за месяц вы должны только подать на продление. Если вы не успели это, все, это получается, ваше оружие забирают по новым критериям, по новым законам, и оно уходит в топку или на перепродажу. Все. Так, вы учитесь, также заранее подаете о продлении лицензионное, то есть вам бумажки уже выдали, все, вы прошли опять учебу, несете, продлеваете, и все окей. Повторюсь еще раз, если у вас 2 административки, ваше оружие забирают в год, ваше оружие забирают и лишают лицензии вашей. Так что не нарушайте, будьте бдительны, всем удачи, всем пока, не забывайте. Давайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Bye.